Дети там скальпы перерисовывали, там Дональд Даков, да, на бумажку. И они получались кривые, даже потому что они, даже несмотря на то, что они скальпы перерисовывали, потому что они не понимали, в чем структура или перспектива, да, персонажей, которого они перебивают скальпы. То же самое, наверное, и с анатомией, с характерами, с персонажами. Нужно, я думаю, знать это хорошо. Конечно, да, в этом случае, наверное, академическое образование было бы очень неплохо. Ну, я, да, если уж так упомянуть, просто я не специально, опять же, в ГИМАРе учился, вот, архитектура, а потом...